Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет, читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видео мы скроем три посылочки, все они с чехлами, купленные в Китае на eBay. Шли они примерно где-то 2,5, а некоторые даже 3 месяца. Но тем не менее они пришли, хотя китайцы за них уже вернули деньги. Поэтому сейчас я буду снова за них оплачивать. Давайте посмотрим, что там внутри есть. Начнем с первой посылочки. Внутри у нас находится чехол для Galaxy S чего? 3. S3 для нашего Андрея. Так, во втором конвертике у нас находится... Ух ты! Какой замечательный, практически кожаный, как это называется, бура или что? Но тоже для Galaxy S3. И в третьем находится... Матрешка какая-то третьим находится. Мы это закроем. Третьим находится два чехла для iPhone 5, которые называются Tones. Вот их, собственно говоря, я купил 2,5 месяца назад. Китаец бедный уже вернул деньги за них. Просил оплатить, как только придут. Сегодня оплачу. Спасибо, китаец. Собственно говоря, чехлы у меня на iPhone давно-давно появились. Я им уже давно пользуюсь. Эти пришли только сейчас, поэтому мы их будем дарить, продавать. В общем, покупайте через интернет, покупайте на eBay, читайте сайт, смотрите видео. Всего хорошего!